И снова здрасте! Мы продолжаем изучать пользовательские уровни в игре Paint the Town Red. Сегодня попался мне такой уровень, как Frozen Outpost. Какой-то замороженный аутпост. Автор с таким вот никнеймом непонятным. Не знаю, как оно читается, но ладно. Может, он пытался написать его английскими буквами. Получилось русскими, черт его знает. Так, музычка у нас здесь есть. Я ее слышу, и поэтому мы ее уберем. Мало ли. Погнали? Тебе рука отвалилась, чувак. А что у нас здесь? Пила, топор, оружие пролетариат. Я подниму. Нормально? Нормально. Там это. Как чувствуешь себя? Солдат? Солдат спит, служба идет, да? А вот и хрен. Как там был этот? Устав караульной службы написан кровью. Да? Вот. Вот так вот. Не спать. Это такой ключ. Ключ какой-то. Эй! А, вон что, ключ. Ну давайте смотреть, что у нас там за замочком-то. Еще солдат. Солдат! Пусто. Ну, не спать на посту. Как там было? Солнышко, вставай, да? Хрязь. Ой. Куда это я ему так попал, что он прям сразу того? А если шокером кинуть, он сработает? Мне интересно, вот прям. Срабатывает? Забавно. Так, дубинка, щит, наше все, погнали. Лежат себе, воняют. Обезоружен, нейтрализован. Вот так вот. Понял, да? Что ты ножкой дрыгаешь? Встать хочешь? Не вставай. Нет, нельзя. О, лежать. Так, надо сейчас аккуратно пробовать по одному агрить этих. Эту спецуру мощную. Блин, сагрили все бы. О, господи, это все. Где твоя дубинка? Вот она. Ищ! На тебе, ищ, в ответ. Сзади никто не нападает на меня. Мужик, я как будто твоего, кто он там, ординарец, я не знаю, денщик. Какого хрена ты смотришь, как я его бью? Опа. Эй! Пистоле! Ключ какой-то еще. Когда берешь ключ, постоянно меняется оружие. Он хватает то, что там поближе валяется. Почему один патрон только? Тут такая армия прям современная. Мне дают какой-то допотопный пистолет с одной патронью. Я делаю минус два. У меня всего один патрон. А я хорош. А я хорош. Где железяка-то? Да нет же, железяка, не стекляшка. А может сейчас встанет, как пойдет волтузить меня. Ну да, что я и говорил. И он встает в позу недвусмысленную.
Но я не такой. Я жду трамвая. Чё смешного? Ты чё ты ржёшь? Солдат, проснись! На нас напали! Не, он тоже в такую же позу встает, и ему до лампочки. О, пистоль. Револьвер. Да, патрон. Расщедрились, дали на один патрон больше. Чего не встанет он больше? Мой союзник, кстати. У меня есть союзники. Не! Не! Здорово, пошли. Ты свободен. Словно птица в небесах. Ты свободен. Ты забыл, что значит страх. Ну и дальше там по тексту, я не помню. Ну, моя железяка еще цела. Круто. Поехали смотреть дальше, что тут у нас еще есть. Есть еще одна синяя дверь. Ты! Не, не надо на меня кулаки-то поднимать. Мы с тобой реша. Твоего не бей! Ты между собой начните драться, вообще будет жесть. Подлый удар, подлый ты использовал. Нарушение правил. Не знаю каких, но... Ну-ну-ну. Я капитан Америка. У меня щит есть. Все? Все. Еще один с лопатой. Эй! Как он лихо увернулся-то, а? Я по своему попал? Ну, судя по рожам, да. Случайно, ребят, случайно. Вам помочь дверь открыть? Давайте открою. Заходите. О, хапешечка. А это кто? Кто это вообще? О, ключ какой-то. Так, мне бы надо взять какой-нибудь предмет. Мэна? А еще друг друга хреначат этими палками. Красавцы! Дайте палочку. Хорош! Хватит по полу дрыгаться! Бей его, бей его! Так. Блин, он натурально все еще живой, что ли? У него же башки уже нету. А где мои союзники? Все, что ли? Героически пали в неравном бою? Да ладно. Точно, героически пали. Жаль. А, не, вон один живой еще. Способность. Какую способность? О, мечик. Кто? Блин, что это был за звук? Класс призрак. Нет, спасибо, мне не надо класс призрак. Я доволен своим классом. Классом мордубеец с палкой. И вообще я классный. Без всяких классов я просто классный. А за хпшечку спасибо. Кстати, способность я взял какую-то. Что за способность? Кнопка убить всех? Так, ключ красный я взял? Взял. Открывай! Можно не всем сразу агриться, вот по одному. Вот, допустим, вот эти два сначала.
Ух, как его колбасит-то, господи! Тебе вообще эту палку игнорили? А эти по двое. Тихо. Вы не обращайте внимания, ребят. Вы там пейте. Нормально все. Это все нормально. О, союзник мой пришел. И умер тоже быстро, союзник, блин. Фига себе, с руки отправил его прям, хрен знает куда. Злобный повар. На. Как у тебя с математикой? Посчитаем кружки твои. Ух ты. Это как? Это как? А это что такое? Резервный ножик на крайний случай? По-моему, у тебя как раз он наступил, этот крайний случай. Так, я не буду открывать дверь, пока не зачищу все здесь. Ну, по одному. Все? Все. Девять раз осталось. Это вообще не реагирует. Он командный состав, ему не положено. А, не, ему тоже положено. И шляпа не спасла командная, а? Не спасла ведь шляпа, да? А ты что стоишь? Это там стоит наушниками, наушниках, Максим Адоши слушает. Дверь? Нет. А это дверь. У меня есть же красный ключ. Не хочу! Ну его нафиг! Что это за страшилище? Напоминает этого из Call of Duty, как его там? ВЗ-15, ДЦ-18, блин. Как его звали? Вспоминайте, ребят. Какая же хрень, блин. Огромный, страшный, бессмысленный, свирепый. Рус Еван, блин. О, нормально. И глаз целая куча, типа ПНВ, для большего устрашения. Оно ему не нужно в комнате, смысла в нем нет, но для большего устрашения это что такое? Блин. Пушка забаговалась моя, не пушка, а что там? Волына, короче, забаговалась. Где ножик? Ножик где, который я в тебя кинул, слышишь? Он здесь где-то валялся. Не рассказывай байки, он был здесь. Блин. Балбес, ножик мой всрал. Ну, пошли. О, разбаговалось, отлично. С одного удара. И щит не спас. Врагов осталось две. Врагов осталось одно. И сейчас еще один такой же вылезает, да? И где этот ваш одно? Враг? Непонятно. Что-то такое. А вот это классно придумано, кстати. Вот это классно. Мне понравилось. А дальше-то что? Эй! А дальше что? Блин. Я где-то кого-то всрал, по-моему.
Из врагов. Надо возвращаться, искать кого я где в... А, там один дрых. Он так и не проснулся, наверное, да? Так и дрыхнет. Ну да, а я его не стал трогать, потому что его не заметил. Врагов осталось нуль. Идите к выходу. Да, да, и выход вот там. Ну да, это, кстати, классно придуманный такой типа мини-квестик в конце. Для попрыгайства. Прикольно. С разбором вот этого, вот это вообще классно придумал человек. Просто классно, молодец. Вот такой вот уровень, ребят. Так. Можно вернуть музычку. Ну что, уровень классный. Интересный. По сложности есть места действительно такие, ну, серьезные, которые требуют. Требуют. А есть, ну, более расслабленные. То есть сбалансированный, большой. В сравнении с остальными такой довольно длинный. Что еще сказать? Ну, с боссом там такая фишка, что... Он, конечно, страшный урод и все такое, но он выходит вот в эту, как бы в этот бар, а из бара выхода нет. И он там заперт, его можно закидать чем угодно, да, лучше бы он выходил. То есть это... Тогда бы с ним пришлось драться. А так с ним и драться-то, по сути, не надо. Его просто закидал какими-то там предметами, я не знаю, там, стаканами теми же, там, бутылками, трусами, тапками, чем угодно, что под рукой есть. Какашками, может, тоже, например. Особенно, если они сухие и твердые. Тогда они могут пробивать броню толщиной до 5 мм. Короче, уровень классный. Финальный квестик этот, это вообще здорово, да? Когда там запрыгиваешь и разбираешь эту решетку, это классно вообще сделано. Вот это вообще здорово. Фантазия у человека работает. Так что... Лайк уровню. И все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Прописывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег. Всем пока.